Блестящий ответ, ответ истинного автора. Истинного автора. Так вот, давайте проверим, Михаил Владимирович, насколько вы знаете произведение, которое написано в этой книге. Сейчас я прочитаю вам строчку из одного произведения. Предложу вам... Продолжаем рекламу. Чупа-чупсы на побережье. Кто автор этих строк? Аркадий Инин, Владимир Вишневский или Николай Бандурин? Зарплаты придете. Нет такой строчки. Давайте еще раз. Стилистически, Макс подсказал. Стилистически, еще раз, читаю строчку. Глядя на это, пиво внутри меня запросилось наружу с еще большей силой. Но спасительных кустиков нигде не наблюдалось. Максим Аксенов, наш вариант. Два раза провалилась в свои сны. Кто автор этой строчки? Анатолий Трушкин, Константин Фадеев или Максим Аксенов? Анатолий Трушкин. Анатолий Алексеевич Трушкин. Писатель, сатирик. Друзья, давайте поаплодируем Михаилу, потому что эта строка из его рассказа. Из рассказа Михаила Ашумова. Теперь мы знаем, кто писал Михаила Ашумова, дорогие друзья. Ваши аплодисменты. Спросил у Бога. Я очень боюсь. Я совершенно не знаю, что я должен делать в этом мире. Бог ответил. Я подарю тебе ангела. Он всегда будет с тобой рядом. Он будет охранять тебя от всех бед. А как же его зовут? Неважно, как его зовут. Ты будешь называть его мама. И сейчас, оканчивая школу, нам бы хотелось от всей души, от всего нашего сердца поблагодарить наших мам и пап, наших родителей, которые всегда стояли за нашими спинами, поддерживая в трудную минуту, решали с нами задачки, писали сочинения, повторно проходя школьную программу. Спасибо вам, наши родные, милые, дорогие, за все, что вы для нас сделали, делали и будете делать. Мама, только не
Лера, я хочу сделать тебе чистосердечное интимное признание. Валера напрягся, протрезвел, отодвинулся, говорит, слушай, Николай. Николай. Простыми словами не скажешь, мат запретили. Я решил с пародиями завязывать. Лучше буду песни петь. Вот это поет «Глюкоза». Вот такая актуальная песня. «Танцуй, Россия!» и «Плачь, Европа!» Нет, это не про меня. Может, это на елку прямо в жизни. Михаил Назимович нас представил как КВНщиков. Мы решили объединить знаменитую КВНовскую разминку, где дается 30 секунд на то, чтобы придумать правильный ответ или смешной ответ. И, конечно же, тот жанр, где эти два человека являются непревзойденными мастерами. Это «Чистушка». Вы не поверите, друзья. Да, мы с Максимом принимали участие в различных конкурсах, юмористических в том числе, и никогда, вот лично я так не волновался, как вот перед этим. Мы придумали, причем его сами с Максимом вдвоем, сами себе. Мы решили, что мы сможем победить в «Чистушках». Буквально, когда мы об этом рассказали, они как начали сыпать частушками, я предложил сразу поменять конкурс. Но... Повторяю. Мы теперь в Крыму как дома, и для нас здесь все готово. Вашим текстом, скажем, дружное продолжение не нужно. Ваша очередь. А мы еще, знаете, пользуясь случаем, все вместе поздравляем Михаила Владимировича Шумова. Он вчера стал дедушкой. Влился в наш клуб дедушек. Олег Михайлов, иди к нам сюда. Олег Михайлов, ваши аплодисменты. Человек-виртуоз в своем жанре. Видите, уже куда-то сумочку подрезал, пока все это дело. Молодец. Не терял время, да? Поздравляем. Антоха, мы тебя поздравляем. Сынок, поздравляю, попусти, пожалуйста. А что, не надо брать? Я собираю. Это тоже я даю. Нет. Нет, дорогой мой. А можно я Thank you.